Провинциалы до мозга костей, но живем, не сомневайтесь, лучше вас. Деньги в карманах, грязь на руках и синее небо над головой. Мы рисковая компания. Я все думал, когда ж тебя тут увижу. Что, ждал меня? А то. Хотел встретиться с прославленным оффроуд-маньяком Шоном МакАлистером. А, ясно. Слушай, я гоняться приехал. Да, да. Но я же не могу с каждым гонщиком ездить. Сперва докажи, что ты на нашем уровне. Как насчет быстро доехать до аэродрома? Это и будет тест. Докажи, что история о тебе не выдумка. Не выдумка. Смотри и учись. Горячий. Я в жизни такого результата не видел в этом заезде.
Да ладно, ты просто льстишь. Я брехать не обучен. Вижу, почему другие команды так намучились. Но уж с нами ты повеселишься как нигде. Таких гонок ты еще не видел, гарантирую. У меня опыт большой после армии Эмбер. Опыт, значит? Мы будем гонять на моей гелиостанции. Приедешь? Твоей гелиостанции? Именно. Подарок дома. Увидимся там. Мак, как там твоя гонка с марионетками дома? Странно. С виду этот Хольцман не козел. Что? Да он по уши в делах с домом. Знаю, знаю. Сам удивляюсь. Ну ладно, ладно. Короче, ты за ним приглядывай. Ага, буду. Гонка будет жесткой. Веселись, команда! Как раз, как я и люблю. Вперед, вперед! Скоро финишная черта, быстрее!
пристегнись. Подходите. Как на автодроме в парке развлечений. Молодец, атака Мака. Полетели! Окончено. Черт! Полное безумие! Еще какое! Не ожидал, что ты обгонишь мою команду. Будешь дальше с нами гонять, я надеюсь? Да, конечно. Отлично. Нам такие умельцы, как ты, нужны. А? Перед следующей гонкой надо убедиться, что ты хорошо проходишь слалом. Увидимся там! Тут рядом с трассой всякого мусора навалили для смеху. Попробуй выжить. Значит, ты можешь сказать муниципалам что угодно, и они это сделают? Если ты с нами, ты вообще кому угодно можешь указывать, что делать. Не жизнь, а мечта, да? Воздух!
Значит, ты можешь сказать муниципалам что угодно, и они это сделают? Если ты с нами, ты вообще кому угодно можешь указывать, что делать. Не жизнь, а мечта, да? Первое место мое по жизни. Я лечу. Теперь возьму первое место. Воздушный маг! Нельзя, чтоб догнали! Боже, ну и гонка! Хоцман, твои люди там реально жгли? Да, трудно поверить, что недавно они были одними из худших водителей. А? Это как так? Спасибо Дому. Он обеспечил нас преимуществом, если ты понимаешь, о чем я. Нет, о чем это ты? Не волнуйся, скоро увидишь. Ты же хочешь продолжать гонять, да? А то ты не знаешь. Отлично! Так, короче, что-то не так с этим сельским малым. Что-то выяснил? Пока ничего, но с его тачками что-то нечисто. Я выкладываюсь на всю и все равно с трудом догоняю. Ясно. Рой дальше, маг. Только осторожно. Как и всегда. Оставлю это без комментариев. Thank you.
Просто гонка вокруг озера? Вы же вроде как рисковая компания. Нам нужно было тихое место провести испытание. Ну, увидишь. Сейчас я вас удивлю. Первое место, милое, жди меня. Давай, первое место. Времени мало. Надо поднажать. Там.
Лидерство мое! Пристегнись. Алло! Это не стоянка! Понеслась. Ты вообще едешь? Но без этого никуда. Веселимся. Thank you.
Пока! Я не ожидал. До встречи. Теперь возьму первое место. Первое место, жди меня! Гонка была моей!